субботу в Мурманске пройдет фестиваль национальных культур. В 12 часов дня в сквере на Ленинградской откроются тематические выставки. Начнутся мастер-классы и концерты. Гости смогут побывать в традиционном жилище саамов Куваксе и в стилизованном казачьем курене и присоединиться к большому русскому хороводу. В этот же день сразу на нескольких площадках заполярной столицы пройдет Ночь искусств. Запланирована большая творческая программа. В художественном музее выступит камерный хор «Амадеус». Художник Анатолий Сергиенко проведет творческую встречу. Кроме того, гостей ждут квесты и мастер-классы. Полную афишу можно посмотреть в группе музея ВКонтакте. Краеведческий музей приглашает северян на ночные экскурсии по Мурманску и в увлекательное путешествие за северным сиянием. Подробности в соцсетях учреждения. 5 ноября в областной спортивной школе встретятся самые сильные северяне. Региональный кубок по пауэрлифтингу пройдет по классическому троеборью и жиму. А в Центре современного искусства откроется выставка, посвященная Владимиру Маяковскому. Картины и арт-объекты в разных формах современного искусства. Автор экспозиции расскажет о поэте и о техниках, которыми пользовались художники для создания его портретов. Лада Егорова, ТВ-21+.